Всего 10 лет назад астраханские и оптубинские пенсионеры имели право на бесплатный проезд по всей территории региона. Молодые семьи имели возможность оформить жилищный сертификат, когда 70% стоимости жилья давало государство и всего 30% сама семья. Когда они закрывали больницы и школы. Да, мы сражались. Мы не дали продать октубинские городские водопроводы. Мы вернули льготы по ЖКХ, ветеранам труда и тружникам тыла. Мы защищали права многодетных семей на те же самые льготы по ЖКХ. Но мы могли не все. Сегодня настало время защитить наше право на достойную жизнь. Я иду у губернатора для того, чтобы бюджет нашего богатого края работал на вас. Для того, чтобы был принят областной закон по детям войны, чтобы поднялась заработная плата, чтобы компании наподобие Бассоли платили налоги здесь. Мы всегда побеждали, когда мы были вместе. Наша сила – наша солидарность. Мы вместе, и мы победим. Астраханцам нужна честная власть. Голосуй за Олега Шейна.